Утренний подъем, зарядка, завтрак. Затем подвижные игры, творческие кружки, спортивные секции и бассейн. В летнем лагере «Медвежонок» любой день смены выстроен так, чтобы во время отдыха дети развивались. Сейчас здесь 178 ребятишек. Комфорт и безопасность юных барнаульцев проверили председатель городской думы Галина Буевич и специалисты комитета по образованию. Такие посещения позволяют нам принимать решения и при формировании бюджета, когда мы выделяем на лагерь. В прошлом году достаточно остро стоял вопрос об организации таких санитарных зон, санитарных комнат в лагерях, о том, чтобы была и горячая вода, и выделены были целенаправленно деньги на решение этой проблемы. Проверяющие посетили столовую, медпункт и пост охраны. За безопасность детей отвечают сотрудники ЧОПа, сторожа и вожатые. Осмотрели и спальные корпуса. Их к началу сезона обновили на средства из горбюджета. Галина Буевич подчеркнула, депутатский корпус уделяет особое внимание к организации детского отдыха. В городе 7 летних лагерей. В этом году на их ремонт и техническое оснащение выделили больше 19 миллионов рублей. Порядка 9 модульных санитарных блоков в 6 лагерях были установлены вот при подготовке к летнему сезону. В каждом лагере у нас работает частное охранное предприятие «Армада». Установлены кнопки тревожной сигнализации. Что касается медицинского обслуживания, то тоже в каждом лагере есть медики. Обязательно наличие врача, наличие медсестры. Также с этого года в крае повысили единовременную компенсацию до 12,5 тысяч рублей за путевку. Для сотрудников краевых госучреждений она выше еще на 5 тысяч. А многодетным семьям компенсируют 25 тысяч рублей на отдых третьего и последующего ребенка. Мария Мацаева, «День с толком».